Всем здорово! Сегодня предлагаю прокатиться по линии скоростного трамвая от 39-й гвардейской до станции Пионерская на трамвае 71-154 ЛВС-2009. Выражение следующей станции закрывается дверь. Thank you.
стадион Волгоград-Арена, следующая станция. Осторожно, двери закрываются. Центральный парк культуры отдыха, следующие станции, осторожно, двери закрываются. Развлекательный комплекс «Игрота», следующая станция, закрывается дверь. Лошадные на следующей станции, осторожно, двери закрываются. Thank you.
Комсомольская, следующая станция. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Осторожно, двери закрываются. Это была поездка на трамвае ЛВС-2009-73-154 по линии скоростного трамвая от 39-й Гвардейской до станции Пионерская. Вот эта поездка, ребят, вам наглядный пример, каким должен быть настоящий скоростной трамвай, потому что, ну, вы сами видели, как он гнал просто до невозможности. Мы с вами доехали буквально за 15 минут.
ну, плюс-минус 15 минут. Я именно от ЛВС такого не ожидал. Ладно, это была бы МТТА-2. КТМ, они всегда не были не очень медленные. Но ЛВС, трехсекционная этот махина, это что-то с чем-то. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. И присоединяйтесь к нашему чату в телеграме, там много интересного. Ссылка будет также в описании. Если вы меня хотите поддержать, то вы можете перейти по ссылке в описании и отправить мне донат. Всего вам доброго, пока.